позволю себе начать. У меня есть там целый ряд вопросов, а если у вас будут вопросы, то вы тоже не стесняйтесь и там, поднимайте руку, зададим. Я хотел спросить, а как у вас появилась идея пробежать марафон и зачем? Это возникло постепенно. Я вообще человек не спортивный, и я и в детстве, и в молодом возрасте спортом не занимался. Ну, то есть я в школе, как все мальчишки, играл в хоккей, в футбол, и на уроках физкультуры делал другие интересные дела, но к спорту мне интереса не было. То есть вы ходили на уроки физкультуры? Ходил, ходил, конечно. Мне очень нравилось, вот, но я не думал, что я когда-то выйду за рамки уроков физкультуры. И в то время мне казалось, как и многим людям вокруг меня, что либо интеллектуальная работа и развитие, либо физическая работа и развитие. Но постепенно, в общем, в этом понимании я прожил, наверное, лет до 40. Где-то в 40 лет мне показалось, что мне нужно совмещать одно и другое. И я начал с горных путешествий, потому что мой очень хороший друг Андрей Волков, я так понимаю, что он здесь выступал, он альпинист, мастер спорта международного класса, он восходитель на Эверест и президент Федерации альпинизма. И он как мне рассказал, что это очень здорово, сходить в трекинг, попробовать горы. И это было как раз 2010 год. И мы действительно сделали такую попытку, или 9-й, и сходили большой компанией в трекинг в Гималаях. И так вообще было очень здорово и интересно. Там было восхождение одно, и в целом вот уровень физической нагрузки был довольно высокий. Ну, поскольку там высота, там 4, 4,5, 5 тысяч, потом 5,5 тысяч метров. И все, естественно, физические реакции, они в этом варианте очень обостряются. И я, в общем, почувствовал себя комфортно. То есть у меня не было никаких проблем, в отличие от моих многих товарищей. И дальше я стал заниматься, ну, таким любительским, конечно, альпинизмом, поскольку у меня техники восхождений нет, и техники скалолазания тоже нет. Но несколько вершин я сделал, там Эльбрус, Монблан, Килиманджаро, ну, такие, в общем, достаточно, ну, где-то 6, там, 200 – это был мой максимум. Вот, а потом, когда я уже стал работать в правительстве, да, и у меня, кстати, был план зайти на Эверест, это требовало трех лет подготовки, но это достаточно серьезное тренировочное восхождение, там на 6, потом на 7-тысячнике, на 7,5-тысячнике. Но когда я стал работать в правительстве, я понял, что времени на это нет, потому что уже 7-тысячник требует 3 недель экспедиции. В связи с Эверест, там необходимостью месяцев, да, акклиматизации. Да. Ну, Эверест, ну, 2 или 3 месяца, вот так. Вот. И я стал думать, чем мне еще заниматься, поскольку у меня уже была в это время потребность к физическим нагрузкам. Я подумал, что раз я не могу ходить в горы в таком количестве, как мне хочется, я буду ходить по беговой дорожке в зале. Вот, я стал ставить себе максимальный наклон, да, там 15 или 18%, в зависимости от этого устройства, вот, ну и ходить там по часу за, значит, тренировку, там по несколько раз в неделю. Но потом тоже мне это надоело, вот, я почувствовал, что нужно побежать. Ну, просто какое-то у меня возникло такое ощущение. Вот, ну и я стал тренироваться. В общем, это все было так довольно постепенно. Я никуда не спешил, никакой цели пробежать марафон или полумарафон или какую-то другую дистанцию у меня не было. Но когда я стал спокойно за тренировку пробегать 10 километров, я понял, что, в общем, я могу попробовать марафон. И тем более, что у меня было несколько друзей, товарищей, которые это сделали, которые делились своими впечатлениями, мне показалось, что это было бы интересно. Я стал готовиться к этому тоже там, ну, месяцев 7 или 8, мы так целенаправленно. Это в прошлом году было, да? Да, это было вот как раз год назад, примерно, да, 1,5 года тому назад это мы начали, где-то в декабре, соответственно, 2014 года. Вот, и мы пробежали в 2015 году в мае полумарафон сначала, а потом уже в сентябре пробежали московский марафон.
Вы сейчас по этому же кругу идете, да? Вы пробежали полумарафон. Ну да, 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 да. Ну вот, ну это было, конечно, очень здорово, потому что все-таки было ощущение победы и достижения цели, там, о времени, о каком-то речи не было, никаких таких задач не ставилось, я себе их не ставил. Вот. Но вот сейчас я думаю, что делать дальше, потому что вроде еще раз марафон бежать, то тоже можно, тоже интересно, но возникает вопрос, а что нового при этом? Либо нужно все-таки улучшать результаты, либо все-таки добавлять плавание, велосипед и так далее. То есть идти уже на расширение. Вот. Поэтому я сейчас вот в таком поиске нахожусь, там тренируюсь плавать, учусь плавать технично. Что я, в общем, умел плавать, но техники было недостаточно. Вот. Ну, сейчас думаю. Я думаю, что если все будет нормально, со здоровьем хорошо, то в сентябре еще раз марафон попробую. Классно. А вы, наверное, заметили, что ну, в Москве становится больше людей, которые бегают марафон, и в этом году их будет еще больше, ну и в целом в мире. А как вы, ну, вот ваш взгляд, почему люди взрослые бегают марафоны? То есть, что они там в этом находят? Мне трудно сказать, я думаю, что они находят примерно то же, что я. То есть я получаю от этого очевидное удовольствие, мне в какой-то момент начинает нравиться сам процесс. Ну, всегда, когда втягиваешься, то начало очень трудно дается, но ближе к концу уже начинаешь испытывать ощущения более приятные. Я думаю, что у большинства людей реакция примерно та же, поскольку все-таки, скорее всего, я в этом не специалист, но в этом есть какая-то физиология, вот, и отклик организма на большой объем нагрузки. Вот, поэтому я думаю, что у всех тут более-менее те же самые мотивы и ощущения, как и у меня. Здорово. А если вернуться вот к школьным годам и к физкультуре, у нас в Айловрайнке есть такая традиция, вот все, кто занимался, это знают, мы делаем завтрак. Некоторые даже сегодня были на таком завтраке. Мы в 8 утра начали день завтрака марафонцев. Вот еще тоже сидят марафонцы, которые к московскому марафону готовятся. Мы делаем этот завтрак для того, чтобы люди, занимающиеся в одной группе, познакомились, лучше узнали друг друга, узнали, кто где работает, чем увлечен. И там есть такой вопрос, это какой мотив побудил пробежать марафон в Блицах? И обычно ответ на этот вопрос начинается с фразы, ну, мы заметили это просто на протяжении последних 3 лет, фраза следующая: «Я со школы ненавидел физкультуру». Ну или «Я со школы ненавидел физкультуру» или «бегать». И ну, это странно выглядит, потому что они сидят в группе бегунов и начинают ответ на вопрос с этой фразы. Но, похоже, такая тенденция есть. То есть, что в школе, по крайней мере, в нашей школе, то есть, которая была там 20 лет назад, не все люди полюбили спорт, вот, и бег в частности, и приходят к этому лишь во взрослом возрасте через уже какие-то ну, другие открытия в жизни или осознания. Вот вы, как министр образования, как смотрите на… Я думаю, тут дело не в уроках физкультуры как таковых, а дело в том, что чтобы научиться чему-то, неважно, физкультуре или химии или литературе, надо иметь мотив, надо иметь мотивацию и желание. Когда у человека нет интереса, нет мотива, то есть у него нет внутреннего мотива, а учитель, например, не может этот мотив создать извне, то у него, естественно, возникает негативная реакция отторжения, нет интереса и так далее. И вообще педагогика и дидактика уже очень давно установила, что эффективность обучения во много раз, многократно повышается в том случае, если человек мотивирован учиться, если он хочет научиться. Поэтому я думаю, что у многих людей остались неприятные воспоминания относительно уроков химии у кого-то, литературы у кого-то и так далее. Но если было неинтересно, то, конечно, это все казалось навязанным и может вызывать до сих пор негативные воспоминания. Но в целом я считаю, что, конечно, физическое развитие, я сейчас пришел к этой мысли, это очень важно для любого человека. И в этом смысле, конечно, уроки физкультуры надо сделать интересными. Надо сделать так, чтобы детям было не скучно, чтобы они не только получали полезное от этих уроков, но чтобы они имели интерес, чтобы их интерес пробуждался. Мы поэтому, кстати говоря, сейчас пытаемся максимально разнообразить эти уроки и сделать некоторое меню, то есть некоторый спектр программ, которые школы могут выбрать в зависимости от своих возможностей, в зависимости от наличия спортивных объектов, в зависимости от погоды и так далее. Но чтобы это были действительно интересные и хорошо продуманные с точки зрения методики уроки. А чтобы привлечь внимание детей, мы просим
выдающихся спортсменов, например, Женю Плющенко в части катания на коньках или Александра Попова в части плавания там, и так далее, дать как бы этим урокам свое имя, поучаствовать в разработке самих методических материалов. И вот постепенно такие разработки появляются. Я думаю, что это сделает уроки более интересными. Ну, то есть эта работа ведется? Эта работа ведется в постоянном режиме, уже несколько таких вот тематических сборников там, со всеми необходимыми методическими материалами, с видео, там, с учебными пособиями для учителей, там, с различными дополнительными материалами мы уже сделали по разным видам спорта и двигаемся дальше. А вот если еще говорить про школу, ну, если у кого-то будет вопрос про школу, тоже можем в этом блоке затронуть, то у нас в стране так получилось, что в школе дети либо, ну, говоря о спорте, они либо уходят в детско-юношескую спортивную школу, то есть как в отдельное сооружение, там вообще отдельную структуру, которая, наверное, к вашему министерству не имеет особого отношения, да? Либо, если они никуда не уходят, то в школе, ну, спорта как такового нет, то есть в лучшем случае, да, это урок физкультуры. Хотя, например, если смотреть западные практики, то там в основном школа является такой колыбелью, ну, спорта, да, вот, например, там американские школы, они полностью покрывают все, ну, там, виды спорта, они позволяют ребенку прямо в школе попробовать любой вид спорта, попробовать, насколько получается, и, может быть, как раз найти то, что получается, и это и будет создавать интерес в дальнейшем. То не думали о том, чтобы, например, закрыть детско-юношеские спортивные школы, перенести их и объединить с обычными образовательными школами, сделать это все на базе просто школы? Мне кажется, очень важно, чтобы у ребенка был выбор, потому что что такое спортивная школа? Это уже предпрофессиональная по существу подготовка. А то же самое есть и в искусстве, в музыке, например, когда человеку уже мало, там, 2-3 часов занятий в неделю музыкой, ему нужно заниматься по 7-8 часов. И он тогда переходит в специализированную музыкальную школу, которая у нас есть. Поэтому наличие вот этих специализированных школ, спортивных или музыкальных, мне кажется, это скорее плюс, чем минус, потому что дает возможность выбора всем детям. Там есть и общеобразовательные программы, и там есть очень интенсивная, углубленная программа, либо спортивная, либо музыкальная. А в том, что касается расширения тех возможностей, которые у детей должны быть в обычных школах, я абсолютно согласен, я, собственно говоря, об этом и говорю. Нам нужно дать, конечно, каждому ребенку возможность попробовать себя в разных видах спорта, в разных видах физической активности, и, возможно, найти именно то, что потом всю жизнь будет ему приносить радость и удовольствие. Да, но у нас же, когда вот в спортшколу он попадает, ну, в дзюшор, например, да, ребенок, то в какой-то момент у него встает выбор, ему или на уроки ходить, или в дзюшор, потому что уроки в одном месте, а дзюшор в другом. Вот, и получается, что, ну, то, о чем вы сказали, выбор либо идти в интеллектуальную сферу, да, получать образование, либо вот становиться спортсменом. А не особо это как-то совмещается. То есть те спортсмены, которые есть у нас, они с образованием обычно прошли экстерном. Все. Ну вот. А если это, то есть это невозможно объединить, это такая система, это, или это прям хорошая практика, ее надо оставлять? Я думаю, что, понимаете, поскольку количество часов в дне ограничено, а когда человек уже на уровне близком к профессиональному начинает заниматься любым делом, это не обязательно, кстати, спорт или музыка, это может быть математика, то у него это время настолько расширяется, что ему приходится чем-то жертвовать. И, например, у нас тоже в математических школах, которые у нас есть, специализированные интернаты, там тоже есть проблема с изучением предметов гуманитарного цикла, потому что времени на это не хватает. И там тоже есть, конечно, вопрос выбора, что делать. Ну, это выбор, который делает семья и делает ребенок в конечном счете. Но важно, чтобы выбор был. Мне кажется, в любом случае наличие выбора очень важно. Это уж точно важнее, чем линейная траектория, на которую человек поставлен, и вот он шагает куда-то. Ну, да. Это вот очень, ну, мне очень интересный вопрос, потому что я сам закончил физико-математический лицей, и у меня в последних классах школы, например, не было практически предмета, там, русский язык или того, что изучали обществознание, ты была физика, математика. Ну, это вот именно то, о чем я сказал. Да.
и еще раз физика и математика вот, менялись местами. И вот вопрос, ну, про школьное образование, заканчиваю, по крайней мере, мой блог, который я хотел узнать. Это, а какие лучшие практики в мире? Я вот слышал, например, про Финляндию, которая сделала какой-то там фантастический прорыв в области школьного образования. То есть вот какие сейчас есть тенденции, что происходит со школьным образованием глобально вот на планете? Ну и где это что-то хорошо и что это? Того, что мы не знаем про школу. Ну, во-первых, в школьном образовании не так легко найти единый универсальный измеритель, что такое хорошее школьное образование, что такое не очень хорошее. И только буквально, может быть, последние десятилетия развитые страны выработали систему сопоставительных международных исследований качества образования, где можно на разных уровнях, после 4 класса, после 8 класса, после 11 или 12 класса, сравнить компетенции выпускников школ в разных странах по единой методике. В советские годы, 80-е годы, тем более раньше этого не было. В принципе, поэтому, когда нам говорят, что советское образование было самое лучшее в мире, может быть, это так, может быть, нет, доказательств этому точно нет. Есть какой-то набор ощущений, и есть данные по охвату детей, действительно, по охвату, по включенности людей в образование. Советское образование было одним из лучших в мире, но охват еще не означает высокий качество. Уровень. И мы понимаем, что даже в Советском Союзе уровень обучения в московских ведущих школах и в каких-то сельских школах небольших отличался радикально. А среднего уровня мы не знаем, поскольку не было измерителей. Поэтому сейчас эти измерители появились, и что выяснилось? Ну, это тоже, кстати, вопрос о том, какие измерители применять, потому что есть PISA, например, так называемая программа исследования успеваемости для разных стран. Есть еще и другие методики, то есть это не единственное. И по разным методикам получаются разные результаты. Ну что, в принципе, можно сказать, так если их все усреднить или обобщить, что если мы возьмем нашу школу, то мы устойчиво входим в первые 10-12 стран в мире по уровню школьного образования. Имеется в виду способность детей читать, понимать тексты, решать математические задачи, применять знания из естественных наук. Вот такой простой набор компетенций. Еще раз, это исследование, которое проводится на основе случайной выборки школ, случайной выборки учеников по единой методике, с едиными заданиями в нескольких десятках стран, по-моему, 70 или 80 странах сейчас. Но, естественно, туда входят все ведущие страны в Африке, этим нет смысла заниматься. Кто с нами конкурирует за лидерство? Это прежде всего страны Юго-Восточной Азии, это Сингапур, Гонконг, Южная Корея, это несколько европейских стран, в том числе Финляндия. Ну вот, пожалуй, и все. Мы примерно вот в этой группе лидеров. По разным методикам результаты немножко отличаются, но в целом вот так. Это средний уровень. Есть еще так называемые олимпиады, то есть в школьном образовании тоже есть олимпиады и есть сборные команды по разным школьным предметам, по математике, физике, астрономии, биологии, химии, программированию. И они раз в год встречаются и действительно очень серьезно соревнуются. Поэтому есть средний уровень, о котором я сказал раньше, есть вот это олимпийское движение, куда отбираются самые талантливые, они потом специально тренируются, как настоящие спортсмены, и потом они защищают честь своей страны на международных олимпиадах. Там у нас тоже результаты неплохие, ну, практически по всем школьным предметам мы тоже каждый год входим в пятерку или там в десятку, естественно, год от года зависит, потому что разный набор, разные поколения, разные таланты, не каждый год рождается Перельман, например, у нас, он был тоже, кстати, чемпионом школьной олимпиады там, в 80-каком-то году. Одним из чемпионов. Поэтому в целом у нас качество школьного образования неплохое. Нам нужно, конечно, больше вкладывать, нам нужно больше мотивировать учителей на саморазвитие, нам нужно строить новые школы там, где современных зданий не хватает. Но в целом я думаю, что
и сильные традиции, и ну, то, что сделано за последнее время, позволяет здесь с оптимизмом и оценивать нынешнее состояние, смотреть в будущее. Ну, скажем, интересно, последняя олимпиада по математике, мы там заняли, по-моему, 7-е или 8-е место, что, в принципе, для нас не очень хороший результат, потому что обычно мы были в тройке или там в пятерке, а здесь заняли 8-е место. Но все равно это первое место в Европе. Перед нами оказались те же самые Южная Корея, Китай, Иран, кстати, Северная Корея. Ну, такой вот, так сказать, необычный набор стран. Сингапур тоже, по-моему, Тайвань, Австралия и США. Но Австралия и США, их команды состояли из детей тоже из Юго-Восточной Азии. Поэтому тут трудно к этому объективно относиться. Поэтому в целом результаты неплохие. А будущее образования, конечно, оно, как и любое будущее, от нас скрыто. Мы можем, конечно, предполагать, что будет с человечеством, что будет с образованием. В любом случае, образование – это только часть большой системы социально-экономической. И так же, как и в Советском Союзе, образование было подчинено определенным более общим закономерностям и развивалось в соответствии с этим. Так и сейчас это, и в будущем, скорее всего, это будет так. Поэтому человечество будет меняться, его подходы, запросы, потребности, ожидания будут меняться, и будет меняться и образование. Понял. Если про школу кто-нибудь что-нибудь хочет спросить? Меня только интересовала школа. Давай, Миша. Закончили какой-то вуз, вот, и работают там ученым, менеджером каким-то и прочее. Вот. А при этом обратная сторона, что дети, которые не имеют возможности платить за спортивные занятия, они как раз часто становятся выдающимися спортсменами. Ну, например, Майк Тайсон там, или Виктор Петрович Агеев, вот, и так далее. У меня вопрос, есть ли такая проблема действительно, когда вот, ну, несостыковка происходит? Вот. Если она есть, какие решения предлагаются? Спасибо. Проблемы есть, безусловно, но в целом могу сказать, что у нас сегмент бесплатного образования гораздо выше, чем в других странах. И большая часть программ дополнительного образования, в частности спортивных, она бесплатная. Конечно, есть и вот та же самая система детских юношеских спортивных школ, в том числе Олимпийского резерва, она бесплатная. Там ребенок, если поступил, он ничего не платит. Ну, конечно, есть и секции, есть и различные группы, за которые родителям приходится платить. Но если, мне кажется, ребенок талантлив, если у него есть желание, если он целеустремлен, если у него есть способность к какому-то виду спорта, он всегда у нас может, независимо от материального положения семьи, найти возможность самосовершенствоваться. Если говорить про школу, то какая? Понятно, что у вас много задач, министерства, у вас министра. Какая самая, вот если выбирать одну, какая вам кажется самой сложной, самой большой и самой значимой, ну, задачей, решив которую, там, можно сильно продвинуться в школьном образовании, вот если выбирать одну? Очень трудно ответить, но, вот, например, проблему, которую мы сейчас решаем, связана с тем, что у нас сейчас в силу демографической ситуации каждый год увеличивается довольно сильное количество детей школьного возраста. То есть это очень здорово, очень хорошо, но понятно, что для школы это создает большую нагрузку. И с каждым годом, вот в течение последних лет, все больше и больше школ переходило на работу в две смены. Некоторые школы в некоторых регионах работают даже в три смены. И понятно, что это очень серьезно снижает возможности школ по предоставлению качественного образования. Поэтому сейчас разработана очень масштабная программа по строительству новых школьных зданий. Нам нужно фактически несколько миллионов школьников там в течение 5-10 лет обеспечить новыми школьными зданиями. Ну, вот такие проблемы мы решаем. Это здание, я имею в виду, не просто коробку пустую, здание, я имею в виду образовательную среду, то есть школу, оснащенную всем самым необходимым оборудованием, удобной мебелью и, естественно, передовыми образовательными технологиями.
не самая плохая проблема, детей становится больше. Да, да, согласен. Не хватает для всех школ, надо строить школы. Это прекрасно. Так, если вверх подниматься по теме образования, а потом мы дойдем до вас лично. Да. У тебя про школу что? Ну, давай. Я сам Да, у меня педагогическое образование. Закончил Вологодский педуниверситет. 6 лет отработал в школе. Вопрос инноваций, то, что касается цифровых школ, насколько этот проект сейчас масштабируется в нашей стране, сколько их на сегодняшний момент. И школа, в которой я преподавал, она сейчас цифровой стала. То есть видеотрансляции уроков, то есть там ребенок заболел вдруг. Родители могут контролировать присутствие детей в школе, там оценки и так далее. Насколько этот проект, насколько масштабируется сейчас в стране? У нас сейчас по существу каждая школа цифровая, сейчас 100% школ оснащены интернетом. Конечно, можно говорить о скорости интернета, где-то скорость большая, там в крупных городах, а в маленьких сельских школах, может быть, эта скорость недостаточна. А у нас централизованно есть очень большой массив цифровых образовательных ресурсов. То есть у любой школы, у любого учителя и любого ученика есть возможность подсоединиться и взять то, что ему нужно, то, что ему важно и интересно. И у нас сейчас обязательно все учебники являются электронными. То есть школа не может закупить просто бумажный учебник, такого больше не существует. То есть бумажный учебник есть, но обязательно любой учебник содержит электронную версию, причем это не просто текст, да, в виде файла, а это полноценная мультимедийная обучающая система, где то же самое содержание излагается в современной интерактивной форме. Поэтому вот эта цифровая среда, она, поскольку нас окружает ежедневно и везде, она, естественно, вошла и в школы. Ну, 100% школ подключены к интернету и имеют доступ к этим ресурсам. А если, да, мы вверх идем, про университетскую жизнь, вот, и спорт там тоже должен был бы быть. Вот. Ну, где-то есть, я шучу, но мы с Волковым учились в одном вузе, с разницей. В МИФИ. Да, вот, и с одной стороны там, ну, при моей учебе был спорт, а с другой стороны, ну, его не было. То есть, ну, мимо меня он прошел. Или я мимо него прошел. Мы не соприкоснулись со спортом. Хотя университет, наверное, это то место, где спорт может быть большой, очень объединяющий, повышающий лояльность студентов к своему вузу, социализирующий, такой огромной активностью. То есть и команды, и соревнования. Вот. У нас такое ощущение, что это немножко в таком, ну, современной России, в таком зарождающемся находится этапе. То есть вот у меня вопрос был, ведется ли какая-то такая системная работа в плане развития спорта в университетах. Ну, если ведется, то куда? То есть к чему вы стремитесь и, ну, что хотите сделать, чтобы было? Цель очень простая. Цель состоит в том, чтобы дать каждому студенту возможность для полноценных занятий спортом. Что такое возможность? Это означает доступ, свободный доступ к спортивной инфраструктуре и к тренерам. То есть если человек хочет плавать, должен быть бассейн, если он хочет погонять в футбол, должно быть поле, должны быть мячи и так далее. Вот эта задача должна решаться в каждом вузе. То есть сейчас это, естественно, зафиксировано в лицензионных требованиях, это записано во всех документах, но, конечно, постепенно эта задача решается, поскольку, ну, быстро, просто в силу огромных масштабов нашей страны, это сделать невозможно. Мы сейчас вот строим примерно в год по, наверное, 7-8 бассейнов в вузах. Ну, таких небольших, компактных, 25-метровых, но все равно это бассейны. Но вот 7-8 мы строим в год, а вузов у нас 500. То есть, понятно, уже мы несколько лет этим занимаемся, но когда в каждом вузе будет бассейн, сейчас пока трудно сказать. Наверное, все-таки не через 5 лет, а попозже. Окей.
А еще, ну, по поводу университетов, мне очень нравится такая аналогия, что университет – это такой храм нового времени, то есть что он объединяет в себе очень много важных для общества вещей. Это образование, ну, то есть знания, это мораль, ну, и воспитание морали, ну, это физическое воспитание, это наука, это бизнес и предпринимательство, и развитие, ну, и много чего еще. И, в принципе, это все может соединяться в университете, университет может быть таким центром. Ну, как в некоторых странах отчасти является. То есть это такие огромные храмы, которые там много что создают. Вот. У нас, ну, наверное, подобного типа, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать университеты в России. Вот планируется ли, ну, то есть ваша стратегия – это развитие и укрупнение университетов и создание из них таких, ну, как бы больших, значимых, или, ну, какое-то органическое развитие, как они будут сами развиваться, так и будет. То есть мне тоже интересно было, то есть, что думает министерство по поводу вот университетской жизни и университетской среды? Ну, если говорить философски, то не обязательно жизненный путь любого человека проходит через университет. Можно стать успешным человеком, не имея высшего образования, и мы с вами прекрасно знаем, что создатели крупнейших мировых компаний высшего образования законченного не имеют. Но они начали. Они начали, но не закончили. Это о многом говорит. Поэтому все эти возможности должны быть у человека вне зависимости от того, в университете он или в колледже, и, может быть, он вообще не получает высшее образование, пошел работать, у него должны быть возможности для полноценного занятия спортом. Что касается университетов, то действительно в 90-е годы, в общем, вы люди молодые, может быть, вы не отдаете себе отчета, что произошло, но у нас возник огромный кризис высшего образования, потому что если в Советском Союзе было примерно 500 вузов, то где-то в 2010 году их было 3500. При этом количество студентов уменьшилось в силу демографической ситуации, в силу отпадения республик от Российской Федерации и так далее. То есть у нас возникло большое количество негосударственных вузов, многие из них там неплохие, но многие из них и занимались откровенной профанацией и просто выдавали дипломы, забирая у людей деньги, то есть меняя деньги на дипломы. Это даже в метро меняли. Да, было такое время, сейчас уже нет, к счастью. И многие государственные вузы разделились, измельчились и так далее. Сейчас мы идем по пути достаточно серьезной, мощной консолидации, именно исходя из того, что университет в современном мире – это центр развития в широком смысле и социального, и интеллектуального, и личностного. И таким центром может стать только мощный университет, который обладает достаточными ресурсами для того, чтобы пригласить на работу лучших преподавателей, для того, чтобы построить удобные, красивые лаборатории, для того, чтобы создать условия для занятия спортом и так далее. Поэтому сейчас действительно мы идем по пути консолидации. Это не означает, что всех там заставляют объединяться и так далее. Но это означает, с одной стороны, повышение требований. И вот эти вот шарашкины конторы, они уходят, и фактически, ну, практически уже их нет. То есть остались какие-то, сейчас эта работа завершается. С другой стороны, мы стимулируем вузы к объединению. Например, в Москве сейчас путем объединения 6 технических узкопрофильных университетов возник так называемый Московский политехнический университет. Это вот произошло буквально несколько месяцев назад, и мы считаем, что это будет очень достойный конкурент Бауманке и другим не московским ведущим техническим вузам, и питерским, томским и так далее. Поэтому это процесс объективный, он происходит на самом деле независимо от нашего желания, в силу объективных причин, но мы в этом активно участвуем, стимулируем, даем таким университетам дополнительные ресурсы для развития, помогаем и деньгами, и иногда советами. Вот, поэтому сейчас в общем, высшее образование в такой достаточно динамичной фазе изменений. А что лично вам дала учеба в университете? Ну, мне кажется, самое важное, что учеба в университете дает человеку, это профессионализм.
и задача высшего образования – подготовить профессионала. То есть человека, готового к профессиональной деятельности в определенной сфере, без дополнительного доучивания, переучивания и так далее. К сожалению, это некая идеальная ситуация, далеко не всегда это получается так, но задача именно в этом. Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось действительно получить такое образование, которое мне именно такие компетенции предоставило. Я занимался физикой, теоретической физикой, то есть по существу был ученым, и в аспирантуре, ну, и на последних курсах меня воспитывали, учили ученые мирового уровня, например, заведующим кафедрой моей был Алексей Алексеевич Абрикосов, который в 2001 году получил Нобелевскую премию по физике вместе с Гинзбургом. Он, правда, в 1991 году уехал из России, потому что никогда здесь не появлялся, но я вот успел у него несколько лет поучиться в конце 80-х годов и в начале 90-х. Вот эти школы действительно с выдающимися учеными, выдающимися людьми были в целом в ряде советских вузов и в МИФИ, и в физтехе московском, и в Новосибирском университете и так далее. Сейчас, конечно, наша задача восстановить этот потенциал, который в 90-е годы в значительной степени был утрачен. Люди разъехались кто куда, некоторые ушли работать в другие сферы деятельности, совсем никак не связанные с наукой или с преподаванием. Сейчас потихоньку это восстанавливается, потому что разрушить всегда легче и быстрее, чем потом, так сказать, собрать заново, создать заново. Это восстанавливается за счет того, что подрастают молодые специалисты и уже не уезжают, а остаются в вузе? Или? Во-первых, молодые подрастают, во-вторых, сейчас наши вузы очень активно приглашают людей из-за границы, уже имеющих опыт. Обратно. Это не только наши бывшие соотечественники, которые уехали, это просто иностранные ученые, которым интересно работать в России. У нас сейчас есть специальная программа 5-100, которая ставит целью к 2020 году вхождение 5 наших вузов в сотню ведущих мировых университетов по международному рейтингу. Там участвует 20 наших университетов, и они идут именно по этому пути. То есть восполнить быстро какие-то компетенции, выращивая свои кадры, невозможно. Это можно сделать там, за 15, 20, 25 лет. А быстро это можно сделать, только собирая уже готовых специалистов со всего мира. И сейчас это активно у нас происходит. Ну вот 5-100 – это, кстати, очень такая спортивная, ну, в кавычках, цель. Ну, она очень конкретна. Она абсолютно измерима. Да, измерима, да, у нее есть срок. Вот, и я когда узнал об этом проекте, то не факт, что вы же, наверное, не все знали, да, про 5-100 до сегодняшнего дня. Ну, вот, кто-то знал, да, что, ну, 5 вузов топ-100 в мире, это и очень амбициозная задача, это круче марафона. Потому что на дворе 2016 год, да. Да, конечно. Что, простите? Если не возьмут? Ну, рейтинги вполне прозрачные, там же вполне прозрачные критерии. Зарубежных странах, не нужно будет их, соответственно, там подтверждать, дополнительно обучаться специалистам, которые на должном уровне знают тот язык, в страну, в которую они хотели бы переехать и там работать. Ну, и сейчас дипломы ведущих вузов котируются в ведущих странах, но это, конечно, будет означать больший престиж нашего образования, больший престиж конкретных университетов, большее количество иностранных студентов, которые будут к нам приезжать в эти вузы, получать образование, больше возможностей для наших выпускников этих вузов найти свою работу во всем мире. Юриспруденцию или международные отношения вынуждены, соответственно, заново получать образование. Оно очень дорогое, ну, гораздо дороже, чем в России, и доздавать огромное количество экзаменов, чтобы работать по специальности.
Ну, в целом ряде областей это действительно так, потому что юриспруденция и правовая система абсолютно разные в России и в Соединенных Штатах. Например, в медицинском образовании это тоже так, потому что медицинские сообщества, это даже не связано с объективными обстоятельствами, поскольку, как вы понимаете, человек устроен в смысле анатомии и физиологии примерно одинаково у нас и за океаном. Просто медицинские сообщества в разных странах, они очень ревностно охраняют свой рынок труда. И чтобы стать в Америке врачом, надо, и, кстати, юристом, надо пройти очень жесткий профессиональный экзамен. Не выпускной экзамен в ВУЗе, а профессиональный экзамен, который принимает специальная панель экзаменаторов, являющихся авторитетами своей профессии, либо юристов, либо врачей, соответственно. Но, например, в том, что касается физиков, математиков, программистов, никаких дополнительных экзаменов сдавать не надо. И наши ведущие вузы здесь готовят людей, которые их с очень большим желанием и охотой берут на работу и в Силиконовой долине, и в любой практически научной лаборатории в мире. Поэтому здесь есть большая специфика между разными областями деятельности. Про университеты никто ничего не хочет сейчас спросить. Давайте. Да можно громко просто. Хотел такой вопрос, точнее, тоже касается цены как бы образования. Не секрет, что вузы Западной Европы и Северной Америки, вот именно если мы говорим об университетском образовании, в каких-то сферах ну, более, так скажем, котируются, более у них продуманные планы обучения. И те люди, которые их заканчивают, ну, имеют более... лучше выразиться, ну, шансы получить хорошее место работы после завершения этого вуза. Да? И на данный момент, как я понимаю, у нас в стране не существует господдержки тех студентов активных, которые хотят, даже выпускников, которые хотят продолжить свое образование в докторской либо магистерской программе в каких-то ведущих вузах. Это достаточно сложная задача, да, поступить в этот вуз. Плюс цена образования тоже имеет свою специфику, да, она достаточно высока. Вот мой вопрос, существуют ли какие-то государственные программы поддержки таких вот студентов инициативных, да, которые хотят учиться, хотят продолжать свое образование? И если нет, то планируется ли? Или если есть, то где об этом можно узнать? Мы как раз в 2013 году начали такую программу, она называется «Глобальное образование». Ее смысл состоит в том, что человек самостоятельно поступает, самостоятельно в один из ведущих мировых университетов на программу высокого уровня, то есть это либо магистратура, либо аспирантура, либо там в медицинском образовании интернатура. При этом государство полностью оплачивает все его расходы. Причем не только расходы на обучение, но и расходы на переезд и проживание. И примерно размер этого гранта в год около 1,5 миллиона рублей. То есть этого, как правило, хватает на то, чтобы полностью оплатить свои расходы. Но условием этого является то, что человек вернется после завершения этой программы и будет работать в одной из российских организаций, либо в университете, либо в больнице, если он врач, либо в госорганах, если он управленец и так далее. Поэтому такая программа есть, она постепенно у нас набирает обороты, но сейчас уже несколько сотен человек в этой программе участвуют. Там еще есть ограничения по сферам деятельности, там, например, юристов мы не учим, просто в силу действительно разности правовых систем, но людей, которые занимаются естественными науками, медициной, управлением, да. Поэтому вы можете легко в интернете, по словам «глобальное образование», найти сайт этой программы, посмотреть все условия, посмотреть, какие там требования и параметры. Да, это интересная программа, это, по-моему, около 3 лет обязательства есть, да? Да, по-моему, 3 года отработать нужно, либо можно отказаться, но тогда вернуть все вот эти расходы с коэффициентом 2. Но это вопрос глобального образования, то есть... Понимаете, образование очень неоднородно. Мы можем смело сказать, что, например, в области математики
наше образование абсолютно конкурентоспособно, а в области, например, медицины, каких-то биомедицинских специальных исследований и так далее, у нас есть большие проблемы. И причем они там возникли не в последние годы, они возникли несколько десятков лет назад. Поэтому здесь в каждой области образования, науки разная ситуация. Но в целом, конечно, наша задача сделать так, чтобы конкурентоспособность наших университетов росла, и именно это цель программы 5.100. Они сейчас там, например, по биомедицинским технологиям создают целые школы, целые лаборатории, набирают туда десятки людей из ведущих университетов с тем, чтобы быстро наверстать вот это отставание. Костя, у тебя вопрос был? Да, у меня вопрос. Во-первых, спасибо еще раз, Дмитрий Викторович, что пришли. А вопрос у меня такой, я к спорту хотел бы немножко вернуться. А вот в вузах и в школах преподаватели, они не только как бы знания свои передают, да, но еще и там, учат образу жизни школьников, студентов, каким-то образом влияют на то, какими люди вырастают. И также известно, что спорт – это некоторый вирус, который распространяется. И вот вы своим примером тоже это доказываете. Ближайшее ваше окружение, и Александр Климов, и Александр Страдзе активно занялись спортом. И, как бы, и дальше этот вирус распространяется. И Вайла Вранинг вот в этом сообществе тоже много примеров, когда человек начинает заниматься спортом, и его ближайшее окружение тоже постепенно в эту как бы, историю включается. Так вот, как вы относитесь к идее распространять вирус спорта через преподавателей, через школьных учителей и учителей в вузах, вовлекая целенаправленно их в спорт, там, ну не обязательно в бег, в плавание, да, там есть и другие виды спорта, а, там, некоторые, не знаю, государственной программе, которая бы была направлена на вот эту цель, для того, чтобы уже они своим примером показывали детям, показывали студентам и школьникам, что такое спорт, как это здорово. Согласитесь, там, учитель, когда пробежит марафон и придет на урок и об этом расскажет, он найдет отклик не в одном человеке, а сразу, там, не знаю, в целом классе. А в министерстве, я думаю, есть ресурс сделать так, чтобы учитель пошел и пробежал марафон. Нет, это, конечно, было бы здорово, но, понимаете, вот я думаю, если бы я был школьником, если я вот вспоминаю себя в школьном возрасте, и учитель пришел бы и сказал бы, что он пробежал марафон, на меня бы это не произвело абсолютно никакого впечатления. То есть до любой идеи нужно дозреть, но в целом, конечно, чем больше будет людей заниматься спортом среди педагогов, учителей, преподавателей, тем лучше. Поэтому я считаю, давайте, конечно, попробуем что-то сделать вместе. Я не знаю, что это Костя считает госпрограмма. Я считаю, что госпрограмма невозможна. Ну, мне тоже кажется, да, здесь как раз важнее все-таки сетевые технологии, здесь важнее личный пример, здесь важнее, по-моему, неформальная коммуникация, чем какие-то жесткие бюрократические рамки. Потому что эти программы, это что такое? Это бюджет, сроки, показатели и так далее. Но, тем не менее, это важно, потому что для того, чтобы тренировать преподавателей, нужна инфраструктура, нужны люди, которые умеют это делать, а им нужно платить зарплату, нужны организаторы, ну и так далее, и так далее. То есть финансирование – это один из краеугольных камней. Я не спорю с этим, я с этим согласен. Ну, давайте попробуем, все равно ведь любое дело, даже очень серьезное и большое, начинается с каких-то маленьких проектов, попыток и так далее. Поэтому давайте, может быть, попробуем как-то эту идею реализовать, может, на базе московских школ и посмотрим, как это будет работать. Если все будет хорошо, можно будет распространить пошире. Договорились. Да. Костя пробил. У меня рядом здесь вопрос есть про учителей. Учителя же наверняка регулярно проходят систему повышения квалификации, чему-то учатся. Вот вопрос, а они... ну вот у них в программе вот какие-то эти soft skills, то есть вот как раз там лидерство или там науки презентации или вот ну какой-то там типа дизайн жизни, вот что-то такое есть в их программе или вообще планируется? Потому что это, наверное, вот то, что может решить эту задачу, если учителей их уровень поднимать не только в области знаний профессиональных, но и в области их личности и личностного развития. Да, сейчас есть такой документ, он называется «Профессиональный стандарт
педагога, там и учитель, и воспитатель в детском саду, преподаватель вуза и так далее. Там впервые отражено то, что называется soft skills, то есть способность организовать работу, привлечь интерес к чему-то и так далее. То есть не только предметные знания, связанные с своей специализацией, но и более широкие коммуникативные навыки и способности. Поэтому документ есть, но, конечно, от документа до ситуации, когда он будет применяться широко в каждой школе, когда будут разработаны методики оценивания людей на соответствие этим требованиям, пока еще далеко. И нам нужно понимать, что если человек 20 или 30 лет работает в школе или работает преподавателем в вузе, а какие-то появляются новые требования неожиданно, то ему очень сложно перестроиться и очень часто просто невозможно в силу определенных ментальных ограничений, привычек и так далее. Поэтому это процесс, который потребует достаточно серьезного периода притирки, новых пониманий и так далее. Дмитрий Викторович, здрасте. Я работаю в университете, встречался с вами на 5-100 на защите и на дорожке, там в ДВФУ, ну и вообще, так сказать, погружен тоже в этот вопрос. Но у меня вопрос совершенно такой вот конкретный в продолжение. Есть, вы говорили про мотивацию, там про недостаток ее иногда, еще про что-то. Но вот есть такое мнение в спорте, что мотивация, в общем, она не самое главное, важнее мотивация и дисциплина. Что как бы, ну, с точки зрения мотивации, я начну тренироваться тогда, когда буду в хорошей форме. Но мы тренируемся для того, чтобы набрать эту форму. Я вот могу для себя лично сказать, что у меня не хватало мотивации, и занятия спортом я начал год назад. И, собственно говоря, только благодаря программе тренировочной дисциплине, грубо говоря, план и его соблюдение делает из мечтателя-делальщика. То есть ты потихоньку всего этого достигаешь. И вот в университетах, в вузах наших, я не знаю, наверное, в школах тоже есть вот этот недостаток именно дисциплины. Невозможность человеку понять и расставить, создать план, так сказать, и дойти до цели, соблюдать что-то. И вот я хотел у вас спросить, как вы считаете, мог бы спорт быть катализатором, когда вот через достижения в спорте, которые, в общем, на самом деле достаточно легко достигаются, даже уже это в серьезном возрасте, без какого-то занятия, до этого просто, ну, для всех, кто вот со мной, моих коллег, спорт является очень важным именно инструментом для поднятия дисциплины и, так сказать, понимания того, что, в общем, все достижимо и достаточно рядом. Спасибо. Ну, дисциплина или, скорее, дисциплинированность важна для достижения любого успеха. И я считаю, даже художник, который сделал гениальную картину или скульптуру, шедевр, да, он бы это не сделал, если бы не провел годы еще в такой ремесленной стадии, тренируя свое умение, занимаясь развитием своих навыков и так далее. И вряд ли родился человек, который сразу стал гением. Скорее всего, гениями все-таки становятся, они рождаются. Развивая, конечно, какие-то на генетическом уровне заложенные способности. Поэтому это верно для любого дела. Конечно, для успеха в любом деле, я в этом абсолютно убежден, нужна определенная самодисциплина, нужна самоорганизованность, нужна способность владеть собой, управлять своими эмоциями, умение терпеть сложные ситуации. Без этого, мне кажется, не только спорт, а любой, не только спортивный успех, но любой успех недостижим. А мне вот как раз это вопрос про ваши какие-то, ну, принципы в этом плане. То есть как вы себя дисциплинируете? Или как вы планируете, как вы держите в балансе те дела, которые есть в жизни? Ну, какие-то несколько принципов Дмитрия Ливанова, таких персональных. Я об этом не думал никогда, и у меня нет готовых формулировок, но еще раз, я считаю, что самое главное – это желание что-то сделать, если есть цель. Если она осознанна, она достижима, но достаточно амбициозна, если ее необходимость понятна, то любой разумный человек всегда может составить план и конкретную стратегию и тактику по достижению этой цели.
А дальше вопрос уже в терпении, потому что иногда либо в начале, либо на середине этого пути, да, возникает ощущение, что уже настолько все надоело, и зачем мне это, может быть, это не так важно и не так нужно, но здесь надо просто себя пересилить и сделать там этот шаг или это действие, которое уже будет через силу, но в конечном счете оно будет все равно направлено на достижение этой цели. Вот это, мне кажется, очень важно, ставить перед собой амбициозные, но достижимые цели и разрабатывать практичный план по их достижению. Это, конечно, не мой рецепт, это тривиальность, очень простая вещь, но мне кажется, какого успешного человека не возьмешь, в конечном счете за его успехом стоит труд и самодисциплина. Ну, а если так вот в бытовом плане, вот вы себя как планируете, не знаю, неделю, месяц, год, какой горизонт, ну, вашей жизни вообще, вот вы, вашей как личности? Планируете ли вы год, например? Я сейчас живу циклом шестилетним, потому что меня назначили в 2012 году, и правительство у нас существует в течение 6 лет, поэтому до 2018 года я так или иначе буду жить в этом режиме. Но этот режим, он довольно для меня некомфортный, поскольку я как раз не обладаю здесь возможностью планировать свою жизнь, поскольку очень много обстоятельств, которые не поддаются планированию, начиная от каких-то указаний руководства, неожиданных командировок и так далее. Поэтому у меня есть только определенная часть, связанная с моей собственной возможностью спланировать свою деятельность. Ну и, конечно, очень мало свободного времени, это тоже, в общем, доставляет неприятности. Но после 2018 года я пока еще, честно говоря, таких конкретных планов не имею. Ну, я, конечно, у меня есть несколько таких глобальных целей. Например, зайти на Эверест, я эту цель не оставляю. Я бы хотел совершить какое-нибудь путешествие под парусом, либо через Атлантику перейти, либо, может быть, даже сделать кругосветку, если все будет хорошо. Но это все занятия, которые требуют нескольких месяцев, иногда и лет. Потому что, например, под парусом обогнуть земной шар – это от 3 до 5 лет. Достаточно серьезные работы. Ну, то есть, а сейчас, вот, ну, опять же, в бытовом плане, работа в правительстве, она же подразумевает некоторую структуру. То есть у вас есть какие-то фиксированные совещания или заседания? То есть вы это планируете? Безусловно, да? Неделя, в общем, достаточно жестко расписана. И, например, мы знаем, что по четвергам у нас заседание правительства, поэтому так или иначе все должны быть в Москве и в одном месте собраться. Если вдруг... В Белом доме вы собираетесь? Ну да, если вдруг не возникает каких-то более важных совещаний. Ну и так, естественно, у меня там есть свои, так сказать, значит, мероприятия в министерстве, свои оперативки, есть какие-то регулярные события, которые происходят каждую неделю в одно и то же время, в один и тот же день. И это, конечно, создает определенный каркас графика, в котором я вот живу уже 4 года. И это, конечно, тоже вот это однообразие, оно несколько достает. Поэтому, ну, ждешь уже, конечно, когда закончится. И, возможно, будет спланировать что-то совершенно новое. А тренировки к марафону вы, получается, вставляете заранее или, ну, как пойдет, там всегда есть форма? Я каждое утро, каждый день, раньше это делал 3-4 дня в неделю, сейчас я делаю каждый день до работы, я занимаюсь, ну, спортом или физкультурой, это можно по-разному называть, то есть это либо час, либо полтора, ну, до работы, то есть до того, как все начинается, я где-то в 7 начинаю, в 7:30 утра. То есть у меня 2-3 силовых тренировки в неделю, 2-3 раза я бегаю и, ну, еще, может быть, там 2 раза плаваю. Ну, там, в зависимости от ситуации, иногда это варьируется. Вот, когда была подготовка к марафону, бега, конечно, было больше. Вот по воскресеньям мы с Сашей Страдзе и еще с одним моим коллегой, ну, устраивали там действительно серьезные тренировки с тренером. Но это по воскресеньям, когда, конечно, это единственный такой день, когда сам себе хозяин. То есть работа в правительстве наложила такие сильные ограничения? Ну, это очень сильные ограничения. Я даже сейчас не говорю про то, какие есть ограничения в связи с тяжелой внешнеполитической ситуацией, но это на самом деле даже меньше влияет на жизнь, потому что сам ритм, он очень жестко ограничивает желание. То есть хочется чего-то сделать, а понимаешь, что не можешь. Никакого мероприятия больше 2 часов запланировать в принципе невозможно без серьезного риска его срыва. Ну
и так далее. Оттого невероятно ценно, что вы пришли сегодня к нам. Вот сегодня получилось, потому что действительно каждый раз там, я понимаю, там есть время после 10 часов, например, когда уже вряд ли что-то произойдет, но в принципе вот время до 10 часов вечера очень сложно планировать, потому что любой план имеет высокую вероятность не осуществиться в силу объективных обстоятельств. Да, очень. Многие были лекции, да, везде, в Сколково, здесь приезжают на полчаса позже, здесь вообще, просто. Спасибо, я стараюсь не опаздывать. 7:30. То есть вы не берете пример с высшего руководства? Иногда, к сожалению, опоздание возникает, но это связано тоже с объективными причинами. Хотя, конечно, не знаю. Да. Костя, можешь дать микрофон? Боюсь, мы вас не услышим в этом большом спортивном зале. Мы просто не помещались, у нас есть небольшой лекторий, но мы туда явно все не входили, поэтому решили переместиться в спортзал. Добрый вечер, меня зовут Гвоздева Виктория, у меня комментарий и вопрос. Комментарий, вы упомянули Эверест, вот как месяц назад выяснилось, самая большая гора в мире, теперь Чимбараса в Эквадоре. Вот, я там была несколько лет назад, и там здорово. Классный вулкан, очень советую. Я там тоже был, кстати. Да, но это, знаете, она не самая большая в мире, но это гора, расстояние от вершины которой до центра Земли самое большое, потому что это практически на экваторе располагается, в отличие от Эвереста. Но она, по-моему, 7000 метров, да, где-то так. А, ну, может быть. Эверест от уровня моря. И вопрос, собственно, почему вы сегодня решили сюда прийти? Какая была мотивация? Потому что аудитория отличается от той, перед которой вы обычно выступаете. Вот почему вы захотели выступить сегодня? Я выступаю перед самыми разными аудиториями, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая академиками, которым, как правило, за 80, поэтому к аудиториям я привык любым. Не слушают ни те, ни другие. Нет, это как раз тот случай, когда крайности, да, сходятся. Вот, ну, просто поскольку я сам увлекся бегом и мне это интересно, то я решил просто воспользоваться возможностью пообщаться с теми людьми, которым это тоже интересно, обсудить какие-то общие темы. И вот мой друг, о котором я уже сказал, Андрей Волков, мне рекомендовал, сказал, что ИСИТ тут отличная компания, хорошие ребята и интересный проект, поэтому я решил приехать. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Меня зовут Комиссаров Павел. Я хотел бы вернуться к школе. У меня дочь, 12 лет, да, ну, 5 класс, поэтому вопрос насущный. Она учится здесь, в Москве, это обычная школа, общеобразовательная. И мы сталкиваемся с такой проблемой, ну, уже не первый год, не только в пятом классе, что очень много сил и времени уходит у родителей на домашние задания. Да, ну я не знаю, если здесь... А вы не делаете за дочь домашнее задание, пусть сама делает. Да, я объясню. Да, хорошо, я объясню. Дело в том, что вот уже в пятом классе такой объем специальных знаний, специальных терминов, что люди, родители, ну я знаю, общаюсь, да, они уже не понимают учебный материал. Я тоже не знаю, вы знаете об этом или нет, что люди с высшим образованием, вот наши нынешние, программу за пятый класс в массе своей не понимают. Может быть, это смешно, я не знаю, но мы с этим имеем дело. И это действительно так, вот мы не далее, как вчера, занимались очень специальной темой по геологии, литосфера, которая была перенасыщена словами типа литосфера, геозинклиналь и что-то еще такое. И по моим наблюдениям, причем я скажу, что дочь у меня лучшая ученица в школе, да, то есть не из последних, но тем не менее огромный объем специальных знаний, и я бы сказал, просто такая россыпь фактов, которые дети, в рамках школьной программы, они просто вынуждены их вызубрить и сдать там, в форме тестов, но никакого цельного понимания при этом не складывается. То есть, да, много сил мы на это тратим, чтобы
это как-то выучить, как-то выдобрить. Ну, я пытаюсь дать дочери некое цельное понимание, но в итоге оказывается, что ребенок, ну пусть скажем средний ребенок, он на простые вопросы по этому предмету, который он как бы вроде выучил и как бы вроде сдал, он ответить не может. То есть вот того самого цельного понимания уже нет. Соответственно, ну, если угодно, сильный тезис. Слишком много специальных знаний, слишком много фактов. Соответственно, понять, это осознанно такая позиция, да, Минобразования. Я сравниваю ведь с тем, как я учился. Я помню 5 класс, это было вполне счастливое время. И мы не убивали такое количество... Мне кажется, если вы спросите дочь, она скажет, что она тоже вполне счастлива. Может быть, она не так убивается по поводу литосферы? Я спрашиваю ее, и у нас периодически бывают слезы. Да, то есть нет, это не большого счастья не приносит, и мы вечерами учим уроки. Ну, не я, мы конкретно. Это учат все родители. И вопрос такой, да, ну хорошо, давайте так... сформулируем, что, ну хорошо, мы здесь с высшим образованием, школа московская, но ведь, наверное, есть школы где-то вот на селе, где у родителей нет возможности помочь детям. Они там учатся по той же программе? Вот первый вопрос. На селе. У нас, да, конечно, по той же программе, естественно. Да. Соответственно, вот, ну, непонятно, как дети там осваивают эту программу и насколько это все... успешно. Вы правы, с одной стороны, в том, что, наверное, обучение в школе, особенно в 5 классе, не должно приносить чрезмерное давление, нагрузку психологическую на ребенка, когда у него нет времени, не хватает времени на то, чтобы сделать уроки, потом ребенок расстраивается и плачет там, и так далее, если тем более плохую отметку получит. Это уже, в общем, задача учителя – нормировать эту нагрузку и понимать психологическое состояние детей и все-таки делать так, чтобы учиться было интересно и комфортно. Еще раз, без мотивации не будет результата. И заложить человеку в голову какие-то знания, факты, если он их отталкивает, отторгает, бесполезно. Даже если он их выучил, он через 2 дня их забудет. С другой стороны, все-таки мы исходим из того, что любое образование, будь то школа или вуз, это ведь такая тренировочная площадка. Да, может быть, знание литосферы или химических реакций определенных человеку во взрослой жизни никогда не понадобится. Но когда его учат работать с большим массивом новой информации, сталкиваться с новыми понятиями, объясняют, как можно найти значение этих терминов, дают какую-то общую картину. Я думаю, что это развивает у человека навыки, важные для его взрослой жизни, потому что любой взрослый человек в своей профессиональной деятельности, да и иногда в быту, сталкивается с необходимостью быстрой реакции на какие-то изменения, на какие-то новые события, с необходимостью осмыслить большой объем новой информации, сделать правильный вывод, вычленить важное, отбросив второстепенное и так далее. В этом смысле, мне кажется, не нужно особенно переживать по этому поводу. Ну, ребенок адаптируется. Если учителя профессиональны, то они не будут действительно в этом деле перегибать палку, а все-таки у ребенка возникнет вот это умение работать с большими массивами данных, новыми, незнакомыми, не бояться этого, что очень важно для любого человека. Есть ответ? Но, а у меня... Давайте еще 2 вопроса, да? И закончим. Домой надо? Ну, ну, не то, что домой надо, но... Тренироваться, вы же потренировались с утра. Я утром тренируюсь, я просто понимаю, что, знаете, любое общение интересно в течение определенного времени. Но я так понимаю, что там час, ну максимум полтора. Пока интересно все, никто не расходится еще. Да, у тебя вопрос есть? У меня очень просто личный вопрос, который меня беспокоит, о судьбе моего родного университета. Я выпускница университета геодезии и картографии. За последний год происходят какие-то масштабные перетрубации и там смена руководства, слухи о том, что его объединяют с МАМИ или вот с политехническим институтом.
То есть что ждет этот институт, и самое главное, не пострадает ли вот объединение, которое, я так понимаю, уже все-таки неизбежно, не отразится ли на качестве образования, потому что это старейший университет, который готовит очень узкоспециализированных специалистов, практически единственный в России. И вот нынешние студенты действительно очень озабочены тем, что вот качество образования будет совершенно не тем и пойдет в другое русло судьба этого университета. Ну, этот университет постигла судьба многих технических университетов, к счастью, не всех, когда, с одной стороны, он оторвался от каких-то отраслей, с которыми был связан, как, например, Горный университет в Москве или некоторые другие, ну, просто в силу изменения экономической ситуации, которая произошла за последние 20 лет. С другой стороны, там возникли в большом количестве направления, которые были не свойственны, не профильные и так далее. Например, в том же вот МИИГАИКе, о котором вы говорите, сейчас большая часть студентов никакого отношения к геодезии, картографии не имеют. Там учатся юристы, экономисты и так далее. Там есть, конечно, вот это традиционное направление подготовки, но большая часть, по-моему, две трети, насколько я помню, они учатся по непрофильным, так сказать, направлениям. Кроме того, там были большие проблемы с управлением, там платили низкую зарплату преподавателям, в конечном счете я уволил ректора, там, по-моему, Майоров был, как-то еще его звали. Это было примерно год или полтора назад. А сейчас там временный руководитель, исполняющий обязанности, задача которого просто навести порядок, восстановить какую-то нормальную экономическую модель функционирования этого университета. А что касается объединений или не объединений, у нас сейчас все объединения происходят только на добровольной основе. Только если ученый совет проголосует за присоединение к другому университету, за объединение и так далее, мы такие решения принимаем. Поэтому это в полной степени относится и к МИИГАИКу. Если такое решение примет ученый совет, мы его рассмотрим. Я даже не говорю, что мы его обязательно поддержим. Мы его рассмотрим с разных точек зрения. Но пока таких решений нет, и поэтому мы, соответственно, никаких вариантов, кроме сохранения этого университета, как самостоятельного, не рассматриваем. Андрей, да, у тебя был? Дмитрий Викторович, спасибо за интересный вечер. У меня вопрос. Вот мы много говорили о мотивации, о личном примере. Я хотел бы спросить, вот с тех пор, когда вы увлеклись бегом, как вы считаете, сколько людей именно последовали вашему примеру из окружения, там, из правительства, из министерства и из личного окружения? То есть я заглянул в Википедию, что у вас, что вы многодетный отец, ну тоже так же, как я, и, наверное, детям какой-то пример показали, вот они восприняли его или закрыли глаза на это? Детям, вот я уже говорил, еще раз могу повторить, в том числе моим, мне кажется, это вот сейчас в их нынешнем состоянии не очень важно. Может быть, они через годы будут испытывать к этому интерес, но сейчас пока, во всяком случае, мои дети это не ценят, им это не интересно, но они с удовольствием занимаются какими-то видами спорта, гоняют футбол или еще чем-то, но вот это точно они не оценивают, то, что я пробежал марафон или еще что-то. Что касается примера, ну, я это точно делаю не ради примера, я это делаю для себя, но если это окажет также влияние положительное на других, это будет очень здорово, именно поэтому, собственно говоря, мы там размещаем на официальном сайте информацию о том, что мы там приняли участие в каком-то забеге, только с этой целью. Сколько людей эту информацию увидели и решили попробовать сами сделать что-то такое, я не знаю, но если хотя бы несколько человек это сделало, я считаю, уже здорово. Но еще раз, я это делаю точно не ради рекламы и не ради пропаганды, может быть, даже понимая по словам пропаганда что-то хорошее, я делаю для себя. Ну, кстати говоря, я вот, например, на последнем полумарафоне встретил нового президента Веба, Внешэкономбанка, Сергея Горькова. Я тоже очень удивился, но я его раньше не знал, но мы там с ним познакомились. Вот он тоже сказал, что вот он там сейчас в новой команде Внешэкономбанка привнес интерес к бегу и к другим видам спорта. Они бегают, занимаются чем-то вместе. Мне кажется, это вообще правильный способ управления, потому что это не только способствует индивидуальному развитию всех, но и создает определенную общность, которая очень важна, когда люди делают общее дело. А? Ну, у меня висит дома на гвоздике, да? Может, как у многих.
Да не, у меня просто дома висит медаль, действительно. Саша, у тебя вопрос? Захарова Александра, как у любого спортсмена-любителя вашего уровня, у вас, наверное, есть план спортивный. И хотелось бы знать, какой следующий старт у вас намечен? Вот сейчас спасибо. Я думаю, то есть принимаю решение, надо ли мне все-таки готовиться целенаправленно к московскому марафону. Сейчас мы, может быть, еще потренируемся, сбегаем, может, 20, может, 30 километров. Посмотрим, если все будет нормально, я бы вот следующим стартом попробовал московский марафон еще раз. Ну, уже сделал бы попытку улучшить свое время. А если все-таки с плаванием дело пойдет, то и триатлон бы с удовольствием попробовал. А когда триатлон планируете? Как вы пока не знаю. Я здесь точно никаких конкретных планов не имею. Нет, это можно и раньше, но я сейчас плаванием занимаюсь. Посмотрим, какой будет прогресс. Потому что заниматься тем, что плохо получается, не хочется. Поэтому нужно потренироваться. Ждем вас спасибо. На старте в Сочи. Там, да, можно в сентябре. Но там, правда, с московским марафоном совпадет. Но в следующем году. Мы там, кстати, хотели, я помню, в прошлом году пробежать командой, эстафету, да, команду. Но у нас тоже... Пловец куда-то уплыл не туда. У нас велосипедист был, и я выразил готовность пробежать, а пловец уплыл в другое место. Найти вам пласт. Ну, знаете, там была бы все-таки фишка в том, что это все-таки команда правительства Российской Федерации. Мантуров плавает, да. Да. Последний вопрос, хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте. Меня Кирилл зовут. Сразу два вопроса. Вот. Два последних. Нет, один про спорт, а второй про образование. Просто оба очень важны. Вот. Я тоже бегаю. Личный рекорд 200 километров. Вот. Сколько? И вопрос. 200. 200? За раз. За раз? Да. Вот. И спасибо. И вопрос такой: а почему вы бегаете? Вот что дает бег? Почему именно бег? А почему марафон? Просто многие говорят, что на марафонах какие-то мысли приходят, какие-нибудь у вас пришли там какие-то свои судьбоносные мысли. Нет, я уже как мог сказал, что у меня возник определенный интерес, определенная физиологическая потребность увеличивать дистанцию, что я и сделал. Там именно 42 километра, а не 39, и не 47. Для меня, конечно, значения не имеет. Никаких особых мыслей. Я не знаю, для меня это был первый марафон, поэтому, конечно, было очень тяжело. И особо мыслей никаких не было, кроме мысли, что нужно себя заставить, там, особенно где-то после 35-го километра. Все, понял, спасибо. И второй вопрос про образование. Вот я еще по совместительству студент. Вот. И вот такой вопрос. Просто как бы сейчас заканчиваем обучение и сталкиваемся с тем, что как бы то образование, которое дают в университете, и то, которое хотят работодатели, они немного отличаются. То есть я сейчас говорю про программирование и техническую как бы, вот, сферу. Да? Как вот система образования планирует давать актуальную информацию, как бы, вот, чтобы давать не устаревшую уже информацию какую-то, да, а новую информацию? Вот как вы вообще планируете это делать? Знаете, извечная проблема, я так понимаю, что в 19 веке и раньше она была. Сейчас у нас действует такая система, что есть система профессиональных стандартов. То есть работодатели, в основном профессиональные объединения, делают так называемые профессиональные стандарты. То есть требования к компетенциям людей на определенных уровнях по определенным профессиям. И дальше уже образовательные стандарты подстраиваются под эти профессиональные. То есть задача уже образовательной организации, конкретной, там, университета, например, да, спроектировать такую образовательную программу, на выходе из которой человек бы обладал всеми необходимыми профессиональными навыками и компетенциями. Вот так это работает, но проблема, конечно, концептуальная в том, что, возможно, через 3 или 4 или через 5 лет, когда весь этот маховик прокрутится, требования уже изменятся. Понимаете, поэтому задача образования в целом не только ориентироваться на текущие потребности, но и на определенный прогноз, а что потребуется через 10 лет, или 15 лет, или 20 лет. И здесь, конечно, огромная проблема, огромный простор для фантазирования, потому что мы даже видим на наших глазах целые отрасли рождаются, исчезают, целые профессии появляются, которых не было еще несколько лет назад. Поэтому это вопрос извечный. С одной стороны, образование должно быть прагматичным и давать людям работу, в хорошем смысле ремесло, которое их прокормит, давать профессию, которая будет востребована,
А с другой стороны, все-таки мыслить в более широком контексте, понимая, что изменения очень быстры, и, возможно, через 10-15 лет требования будут совсем другие. Потому что компании все-таки мыслят горизонтом планирования несколько лет, может быть, 5 лет, но какие-то продвинутые компании 10 лет. И то не факт, что этот образ мысли правильный, не факт, что через 10 лет мы увидим, что эти прогнозы сбылись. А задача образования все-таки готовить людей к жизни в более длительной перспективе. Поэтому это процесс очень непростой, процесс взаимного общения. Здесь просто важно, чтобы был какой-то общий язык, чтобы была коммуникация и были действительно качественные преподаватели и образовательные программы. Коллеги, давайте мы на этом закончим. Да, большое спасибо. Спасибо.